Достаю динозавра из воды. Интересно, какой он? Два у меня уже есть. Вот они. Синий. И оранжевый. А какой же будет этот? Я думаю, зеленый. Так и есть, он и оказался зеленый. Смотрите, какой он. Вот. Скорлупа даже особо не потрескалась. Ой, какой динозаврик. Крутой. Этот просто уменьшился. И этот. Они были больше. И поэтому этот, который меньше этого, такой большой, он тоже уменьшится. А вот и скорлупа.